Яблочные смартфоны собирали в подпольном цехе в Алматы. Подпольные поддельные гаджеты поставляли на прилавки центрального универсального магазина и продавались по ценам оригинальных моделей. А изготавливали дорогие телефоны в другом торговом доме из дешевых комплектующих. Кустарное производство обнаружили сотрудники налоговой службы. Фискалам удалось задержать очередную липовую партию. К реализации были готовы еще более 30 новеньких подделок. Теперь предстоит установить, сколько яблочных смартфонов уже удалось продать и подсчитать общий ущерб. Возбуждено уголовное дело, и после всех процедур материалы направятся в суд. Хотелось бы отметить, что сам смартфон, контрафактная продукция, собиралась из более дешевых комплектующих, но материнская плата была оригинал, поэтому при включении невозможно определить подделку от оригинала, отличить, то есть это проводится путем вскрытия.